Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, мы играем в игру под названием Among Us. Вы знаете наверняка, что уже вышло обновление, нажмем онлайн, найти игру. Вышло обновление в этой игре, где нам, собственно, дают возможность поиграть на новой карте Airship. Сегодня мы будем ее смотреть. Значит, мы сейчас нажмем какой-нибудь... Вот этот, пусть тут уже много людей. Уже игра началась, к сожалению, я не успел класснуть. Слишком долго тупил. Но ничего, сейчас найдем следующую игру. Я еще ни разу на этой карте не играл. Да что такое? Надо какие-то где меньше выбрать. Ни разу там где меньше. О, все, меня запустили подождать. В лобби меня закинули. Ни разу я здесь еще не играл на этой карте. И поэтому это такая, скажем так, реакция. Реакция на новую карту на этом космическом корабле Airship. Это же космический корабль такой, да? Или это какой-то воздушный корабль? Как это переводится? Air, воздух, ship, корабль. Воздушный какой-то корабль. Ну вот, так, тишина. Член экипажа, один предатель среди нас, окей. Так, двигатели, главный зал, грузовой отсек. Покидают. Что выбирать? Давайте двигатели. Так, вот это мы находимся на этом корабле летающем, да? Всего заданий выполнено. Ой, тихо. Карта. Бежим, куда-нибудь куда бежим? А мне тут ничего. О, автоматы есть. Пистолеты. Слушайте, это отсылочка к той игре, когда я играл про Стикмена. Всякие мечи. Ой, избежать столкновения. Что происходит? Кто-то сигнал дал. Нет, только не режь меня, плиз. Что происходит? Кто-то зовут, кто-то сигналит что-то. О, сундук. Сундук нельзя. Карта. Тут надо в душевую. В душевую комнату нужно быстро забежать. Это починим. Избежать столкновения. Ой, я душ нашел, ребят. Я его чиню. Чиню. Я сейчас отремонтирую. Ой, я душ отремонтировал. Так. Мы побежим сейчас туда лучше. Так. Мостовая. А куда? А что здесь не могу пройти? Надо что-то нажать. Опустите меня вниз. Нельзя. Избежать столкновения. 44, 43, 42. Что-то происходит. Report use. О, что-то мигнуло. А, мне наверх нужно добежать как-то. Так, карта. Мостик. 28 секунд осталось. Ой, тихо, там кто-то бежит за мной. Не тут, надо к двигателю двигаться. Наверх тут. О, сюда. Так, 18. О, тут что-то надо нажать. Код. Быстро. 9, 8, 6, 9, 8, 9. Чё? Лестница. На лестницу. Бегом. Нельзя. Куда? Где я? Мы починить душ. Сделал. Задание выполнено. Секундочку, дайте я. С яйцом на башке меня заколол. Вот это да. Но я могу помогать продолжать задание выполнять. Я должен был срочно сделать один момент и отвлекся. Короче, черный меня завалил. Я спущу себя, свой портрет ниже, чтобы... Так, черный, вот этот вот. Хатьфу! У него и ник! Хатьфу! Он пишет, хатьфу! Подозрительный! Правильно все пишут! Это он предатель! Покидает игру. Победа! Play again? Давайте play again. Так, значит, что мы сделаем? Игроки, все. Может, я успею через какой-то поменять что-нибудь, шапочку какую-нибудь и. Цилиндр, например. Или сердечко, или цилиндр. Я хочу питомца другого, не успел. Но буду с хиткрабом бегать, тоже неплохо. Значит, сейчас мы будем пытаться разобраться получше в этот раз. Так, я. О! Какой у меня красивый цилиндр! Член экипажа. Кухня, карцер, двигатели. Давайте сейчас на кухню пойдем. Так, мы на кухне появились. Вот, мы, ближайшая наша точка, кабина. Идемте к кабине. Кабина. Правильно ли я двигаюсь? Совсем неправильно. Нам надо было через кухню наверх идти. Через кухню, где-то вот здесь. О, кто-то сердечком даже бегает. Ой, только не надо меня убивать, пожалуйста. Я хороший. О, так, нажимаем. И что здесь нужно сделать? Как этим управлять? Я не знаю. Как это нужно? О, руль. Руль. И что нужно делать? А, понял. Есть. Я должен был выровнять штурвал, чтобы у нас все было по красоте. Выровнять курс. Я только что это совершил. Двигаемся дальше. Идем дальше.
Туп-т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 уп. Наверх. Это здесь. А что здесь за знак восклицания? Какая-то кнопочка Wi-Fi. Пароль? Что здесь? Не могу нажать. Не могу. Юз иногда появляется. О, успел. Карцер, мой планшет, download. Так, какие-то файлы скачиваю. О, нажал, меня закоцал. Да что ж мне так не везет? Меня постоянно коцают. Блин, да что ж такое? Мне чертовски не везет с этими кораблями, ну и ладно. Фух, что там пишут? Где? А я не могу написать, я же призрак. Я что, пиши, мне не разрешают. А это что такое за значок? Что это такое? Так, обвинение, экипаж, системы, ответы, вопросы. Кто чинил? Такое добавили? Починить освещение. Чинить? Я не могу общаться, потому что у меня крестик стоит. Оранж или красный? Никто не понимает, кто убийца. Никто не понимает. И это самое починить вещи. Я что-то могу клацать, видите? Можно типа не писать самому, можно места, душевые, двигатели. Ага, то есть сделали такое вот колесо. Я раньше ничего не замечал этого колеса, но и раньше было разве? Я этого не делал. Так, ну так какие будут решения, какие-то будут у вас вердикты, ребята? Так, проголосовали. А что, я же не могу голосовать. Я твое пиво, никнейм, вейк нейм, не ломоп, закоцали. 14 секунд у них осталось, чтобы решиться, кто же это все совершил. Коварное действие. Что там пишут? Кто вызывает подозрение? Покидает игру. Я ничего не... Так, топ-снис. Учень экипажа. Топ здесь был предателем. Его выкинули. Как-то мы второй раз играли и второй раз победили. Прикольно. Ну, правда, меня... Ожидание владельца. Правда, меня... Я успею питомца поменять себе? Хочу питомца какого-нибудь. О, это будет в тему. Со Стикмана. Пускай маленький со Стикмана бегает за мной. Это же корабль. Там тоже были тема с кораблем в Стикмане. Так что это все будет созвучно. Все будет нормально. На одну тему. Так. Ну, черный экран. О, подгрузила. Я предателем буду сейчас играть. Так, я появлюсь в грузовом отсеке. Так, саботаж. Я Стикмен. Могу прятаться в люк. Мне писали в комментариях, ребята, что в люк прятаться не надо. Нужно ходить. Карта вот у меня. Вот я нахожусь здесь. Грузовой отсек. Можно, пожалуй, туда и отправиться. В люк прятаться не надобно. Надо делать пакости. Так, где-то тут внизу что-то есть. Саботаж. Архив, лазарет. Так. Оп. Починить освещение. 3%. Я что-то нажал. Я могу килл сделать, смотри. Подойти к ним, нажать на килл могу. Тут ничего, тут не канистры всякие. Килл! Я завалил чудика. Уходим. Я одного кикнул. А я должен был труп спрятать или ничего? Или ничего страшного? Я одного завалил. Юз. Так, вставьте карточку. Куда ее там? Сюда. Повторите медленнее. Открыл. Так, что дальше делаем? Саботажничать будем? Да закрыть, наверное, как-то. Саботаж. Где будем делать саботаж? Я что-то насаботажничал. Я насаботажничал что-то, ребят. И типа сломал? Или что? Как это работает? Кто мне объяснит в комментах? Я нажал на саботаж. Одного кикнул. Больше пока что уничтожать не могу никого, правильно? Починить освещение. По лестнице. Давай по лестнице. Пошли. А почему я не могу закарабкаться наверх? А, юз. Все. О, как он смешно ползет у меня. Так, куда пойду? В архив. Пойду в архив. На какой-нибудь найти срочно. В архив пришел. Так. Саботажничать. Будем саботаж нажимать. В архив. Я нажал на архив. Так, архив, саботаж. Тут мы пройдем. А лестницу нужно использовать. Ну давай спустимся. Люк.
щит. А в чем прикол прятаться в люке? Чтобы сюда пришел... А, я могу с других люков вылазить, понял? Сейчас этого кикну. Иди сюда. Типа я свой, ныкаюсь такой себе. Чисто я такой, как будто бы свой. Так, грузовой отсек. Мы можем саботажничать. Что? Кто-то увидел труп! Так это ж... Я победил? Как? Как я победил? Они, наверное, кого-то не того выгнали, и кто-то вышел из игры. Но я одного явно так замочил. Я понял, когда ты нажимаешь, по-моему, на саботаж, ты как бы даешь какой-то, наверное, промежуток времени игрокам, чтобы они именно эту точку отремонтировали. То есть ты нажимаешь на саботаж, они там все собираются, по идее. Я так понимаю, это работает. Ну, я жду, если вы мне объясните, то есть вы мне уже подсказывали по поводу всяких люков, что нужно аккуратно залазить. И с люков можно на другие люки перемещаться, это круто. Ты можешь быстрее под этим люком лазить, аккуратненько вылазить, чтобы тебя никто не видел. В общем, интересненько. Играли мы сегодня на этом корабле. Это впервые я играл на этой карте. Если вам понравился видеоролик, поддерживаем лайком. И просим продолжения. Мы сыграем, может быть, еще на другом каком-то уровне, либо же на этом. Посмотрим. Все, увидимся в следующем видеоролике совсем скоро. Всем пока-пока.